Актриса Дарья Юрген с гневной критикой обрушилась на Анастасию Волочкову и Ольгу Бузову. Дарья рассказала, что ее раздражают манеры медийщиц, а также их желание пропихнуть свой талант везде, где только можно. Так, например, после выступления Ольги Бузовой в Амхате профессиональная актриса даже зайти туда боится. «Вот чем сильно Бузова поет, она хреновасто, я видела отрывок ее выступления в Амхате. Я больше в Амхат не пойду, это унижает меня. Это дискредитация нашей профессии. Я чувствую себя оскорбленной». Также Дарью Юрген огорчила и Анастасия Волочкова. «Волочкова – это человек, который не состоялся в своей профессии, будет вот так доказывать, что она великая. То, что она была примой Большого театра – это ошибка. Я видела хороших балерин, Екатерина Максимова, например. Как танцует Настя, с моей точки зрения, это ниже среднего», – рассказала Дарья.